Приветствую вас, друзья. Сегодня у меня очередные посылки из Китая. На этот раз две посылки, и давайте их будем вскрывать. Первая посылка. Здесь ничего не указано, что внутри. Но я знаю, вот написано все-таки трипод. Стоил он мне 115 рублей. Недорогой трипод я решил заказать для камеры. То есть фотоаппарат, либо экшн-камера закрепить. Сейчас посмотрим, что за качество. Потому что стоил очень дешево, 115 рублей. Так, смотрите, здесь такая вот прорезиненные ножки у него. Они довольно-таки мягко гнутся. Вот так вот они могут гнуться. То есть вы можете не только поставить трипод, например, на ровную поверхность, ну, например, на какое-то дерево закрепить. То есть этими ножками просто обвить дерево, например, и, соответственно, ваша экшн-камера, либо фотоаппарат будет снимать с того ракурса, с которого вы поставите. Так, в принципе, что здесь у нас идет? Здесь стандартный, я не знаю, как это называется, GoPro-шная резьба. Это угол наклона, можем регулировать. Это головка такая подвижная. В принципе, ничего такого особенного нет. Ножки у нас из пластика. Все устойчиво, я думаю. Вот у меня такой вот есть трипод, он такой вот имеет тоже гнущиеся ножки, но они такие вот металлического, что ли, такого типа. Здесь же у нас такой вот все-таки мягкая такая прорезиненная, такая непонятный материал. Вот, ну, в принципе, более тактильно, приятнее, конечно, это использовать. Вот, соответственно, я вот так накручиваю сюда держалку для SJ Cam. Либо GoPro можно прикрепить, все что угодно. Вот. Вставляем и снимаем. Короче, нормальная фигня. Стоит дешево. В хозяйстве, как говорится, пригодится. Впереди лето. Будем что-нибудь снимать. И, соответственно, не жалко там куда-то ее потерять, уронить и все остальное. Вот. А следующая посылочка у нас стоит 157 рублей. Так. Написано Magic Ball Pen Invisible In House Disaster. Ну, короче, кто умеет по-английскому правильно читать, чем я, тот может прочитать. Короче, интересная вещь. Сейчас буду показывать. Это, кстати, цена за две штучки 157 рублей. Это у нас вот такие вот ручки. Они непростые. Это шпионская ручка. Почему шпионская, сейчас объясню. Так, сейчас я ее вскрою, раскрою. Кстати, видите, упакован так неплохо, где-то даже на конвейере, потому что, видите, даже запаян этот пакетик так вот ровненько, не то, что там некоторые. Так, soft touch, если можно так назвать, пластик вот этот вот. Обычная такая ручка, очень легкая, ничем не отличающаяся. Напишу название своего канала на YouTube, он называется у меня так. Что-то он вообще не пишет. Сейчас надо расписать на другой поверхности, на более... А вот пошло, да. Ну, на мягкой поверхности лучше не писать, потому что ничего не получите. Вот сейчас расписал на твердой поверхности. Так, мега, гига, вольт. А дело в том, что, ну, видите, конечно, пишет он не слишком так четко и выразительно, но... Эти чернила должны со временем, по прошествии вообще часа, как заявляет продавец, исчезать полностью. Но опять же, как мы видим, здесь у нас, я вот когда писал, я слишком давил на бумагу, и здесь даже такой отпечаток остался. В принципе, если не давить, вот я сейчас не давлю абсолютно, вот сейчас она расписывается, ручка, отлично. Смысл в том, что от этих надписей по прошествию времени, ну, даже мы можем видеть, ничего не остается. То есть, если не давить на бумагу, можно такой ручкой подписывать какие-то договора, вот, ну и все остальное. То есть, такой шпионский гаджет. Я, конечно, не призываю вас противоправных действий выполнять этой ручкой. Вот, расписалась отлично, смотрите, как уже четко все. Вот, но, как мы видим, применений достаточно много. Я не знаю, сейчас она откручивается. Обычный такой вот стержень, похож на гелевый, но чуть поуже, да, гелевая потолще у нее идет. Вот, то есть вы можете вообще стержень этот
вставить какую-то определенную, ну, обычную гелевую ручку именно в корпус и писать. Вот даже здесь у нас немного что-то отскочило, непонятно. Вот, то есть заменить стержень, поставить другую авторучку и писать, подписывать все, что угодно. И со временем, я, честно говоря, не верю, уже так достаточно четко пишет, вот вообще не придраться. Но вот эти надписи должны исчезнуть по прошествию некоторого времени. Как пишет продавец, повторяясь, в течение часа. Вот, вполне классно пишет. Вот если не давить, уже не оставляется как бы следов таких вот выпуклых. В принципе, что? Я все-таки думаю, что эти надписи в любом случае исчезнут. Не буду в это видео вставлять, как они полностью исчезли. Поверьте мне на слово. Если, конечно, они не исчезнут по прошествию суток, ну, тогда я под этим видео напишу, что не покупайте, все это бред и так далее. Но я увидел такую вкусную цену по 70 рублей, они стоили 78, если быть точным. В тот момент, когда я покупал две ручки, вышли мне 157 рублей, получается. А, вот такие вот посылочки, значит, повторюсь, шпионские ручки с исчезающими чернилами на борту. И вот такой вот трипод, достаточно дешевый, 115 рублей. В хозяйстве пригодится, кто там путешествует на природе, кто имеет экшн-камеры. Вполне нормальная, скажем так, нормальная вещь. А кому понравилось видео, ставьте палец вверх. А напомню, что впереди у нас 11.11, это глобальный день распродажи на Алиэкспрессе. Под этим видео я оставлю ссылку на кэшбэк-сервис, по которому вы можете зарегистрироваться и получить скидку уже при первой покупке на любые товары Алиэкспресс. И плюс еще к этому, если вы будете покупать 11 числа, соответственно, там будут вообще мега распродажи на Алиэкспрессе, поэтому вы будете всегда в плюсе, скажем так. Ссылка будет на товары под этим видео и ссылка на кэшбэк-сервис тоже будет под этим видео. Регистрируйтесь, переходите, кому интересно, покупайте. Спасибо вам еще раз за внимание. До новых встреч. Пока-пока.